Полиция не выпустила в рейсы 50 из 60 автобусов красноярской автоколонны 1967. Проверку провели накануне. Все автобусы были запрещены к эксплуатации, как не отвечающие требованиям безопасности дорожного движения. Особое внимание полицейские уделяли проверке тахографов, исправности тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, двигателя, соответствию шин и колес предъявляемым требованиям. Сейчас на автопредприятии устраняются выявленные сотрудниками полиции недостатки. Добавим, что в связи с проверкой у красноярцев возникли сложности и в выезде по междугородным маршрутам, обслуживаемым автоколонной 1967. Допущенные к рейсам автобусы выходили на линию с большой задержкой. Некоторые маршруты приходилось продлять. Например, Назаровский маршрут продлили до Шарыпово. Но сегодня, заверили нас на автовокзале, задержек с рейсами уже нет. Проверялся подвижной состав, и те нарушения, которые выявлялись сотрудниками ОГИБДД при выпуске на линии, в случае, если эти нарушения подпадали под запрещающий эксплуатацию, транспортное средство не выпускалось на линию и выдавалось требование владельцу транспортных средств, то есть автоколонии 1967, на устранение этих нарушений. Только после устранения, соответственно, транспортные средства выпускались на линию.